И настройте также, если вы хотите реализм. Хотя даже смотреть не обязательно. И так, блин, логично, что попадание хризантемы. Две штуки! Два попадания хризантемы в пуму, ей похер, она просто дальше поехала. Вот это бомбит. Улитки же отличную физику написали. Ой! Минус колесо с трансмиссией. Не, ну тем не менее. Колесо-то я ему взорвал. Попадание. Попадание. Меня в АБЦ-ха перестрелял. Хэши, ребят, не починили. Чувачелло. Рикошет хэша. Попадание в бардер без урона. Еще спереди кто-то есть. Вон. Вы же видели выстрел, да? С моего орудия. А Вартандер говорит, что его не было. Ёб твою ж мать. Nope. Попадание. Минус наводчик. Самовейхи. По французу. Ваншоу. Не ваншоу. Я не пробил. Чего? Я его не пробил. А как это? Вы килкам видели? Опять попадание. Что? Что происходит? Там, кстати, какая-то маленькая пипирка прям каталась. Попадание. Меня расстреляло с трех сторон. Толпа. Толпа человеков. Кстати, минус самолет. Ой, вертолет. Фугасик, заряжай. А? Почему у меня фугас сквозь танк пролетел? Так, фугасом по боевому модулю стрелять на бару смысла нет. Почему-то он не подрывается. Даже мощным фугасом. Прямое попадание в ствол Ариете. А стволу ничего не было, все нормально. Никаких поломок прямым попаданием лома. Вот нас и спалили. Ну, конкретно этот выстрел вышел говном. Фантом, это просто сейчас ты купишь и будешь в помойке играть. Воздушные топовые реалистичные. Помойка. Урон, кстати, тоже помойка по Абрамсу. Хотя я ему, кстати, пробил казённик так-то, если что. Ищ. Ищ-пыщ. Еп! Что с ядеркой нахрен? Ули... Что? Тундра? Как это произошло? Как можно было вот так сбросить атомную бомбу? Пока в магаз пойду, пока туда, пока обратно, пока перекусить. Пока стартануть. Не пробил. Как вам попадание фугаса по ИСУ? Пятикратно переваренный кал. Колет? Вертолет имеешь в виду? Что такое бр-колет? Я выстрелил, короче, в тигра, в комбашенку ему. А завалил доску, на которой рядом с ним стоял. Или нет, подожди. А, да, вон тигр уехал с пробитой башней. Лол. Легко бронированных-то уже и не осталось, нифига. Эй, бро, watch your jet. Watch your jet, bro, watch your jet! Мы врезались друг в друга. Что за фигня? Во-первых, надо понять, где он летит. Справа или слева полетит. Наверное, здесь полетит. Нет, по прямой пошел. Установить!
Любой ценой! Я сбил ядерку своим самолетом. Это мой самолет. Я и есть боеприпас. Сплэшем забрал. Забрали одну машину. Что? Слышу звук странный, это беспилотник. Посмотрите, я же там все рассказал, все показал. Не пробил ты кого? Радкомфагена? Кто это? Радкомфагена не пробили. А вторым выстрелом пробили, кстати. Большое упреждение взял. На, тебе посраки еще самолету красиво вдарили. Буду рад, ниндзя боя на руки, например, или на визере корону. На, тебе второго еще сбили. Ще нахрен самолеты поганые. Безостановочно. Видар фигня на фоне акации? Да. На! Самолет поганый. Пошел отсюда. М109. Она выжила? М109 выжила от фугаса? Понятно. На тебе, наром. Красиво, с нарыча забрали. Ёб твою мать. Попадание. Подключил повреждение хвоста. А вот теперь был полностью сбит. По нему, естественно, почти никто не стрелял. В одиночку приехал, считай, там загасил целую толпу противников. У тебя, блин, сраный самолет сбивает. На тебе, минус крыло. Паша Зеничек вышел на охоту! Козлы. Атарина. Нет, нет! Он меня сбил, сука! Сбросьте бомбу, сбросьте бомбу, написано, сбросьте! Я сбросил? Я сбросил! Фу! Это было на грани. Вон она. Бомбочка наша. Фух, это была потная катка, честно говоря. Чё? Меня в борт не пробил Т-32. Нас Б захватили. Двоих одним выстрелом, Трумса и Лёпика. 2-4. Ой, красиво-то как.